Приветствую подписчиков, зрителей, гостей моего канала. Сегодня на обзоре три банкноты с последней распаковки. Это банкноты Австрии, Украины и Перу. Итак, первая банкнота Австрийская Республика, 20 австрийских шиллингов 1967 года выпуска. На лицевой стороне банкноты справа портрет Карла Риттера фон Гега. Годы жизни 1801-1860. Австрийский архитектор, инженер, строитель железнодорожных линий, создатель проекта Земерингской железной дороги, первой в мире горной дороги, которая, учитывая весьма сложный рельеф и значительные перепады высоты, является одним из выдающихся достижений гражданской инженерии XIX века. С правой стороны от портрета изображение Земерингской железной дороги, в нижней части по центру герб Австрийской Республики, левее дата выпуска банкноты Вена 2 июля 1967 года, в верхней части обозначение номинала прописью и название банка-эмитента, цифровое обозначение в правом верхнем и нижнем, а также в верхнем левом углах банкноты. В левом нижнем углу в круглой гелиоширной розетке число 20, в центре банкноты подписи управляющих банка. На оборотной стороне банкноты по центру изображение железной дороги Земеринг, первая в мире горная железная дорога, наиболее старый участок длиной 42 километра, построенный в 1848-1845 годах, проходит через Земерингский перевал между Мюрцершлагом и Гогленицем в высокогорной местности. В верхней части банкноты обозначение номинала прописью и цифровое обозначение во всех четырех углах банкноты, а также серийный номер. Размеры банкноты 132 на 65 мм, доминирующие цвета коричневый, оливковый и серо-фиолетовый, водяной знак, дугообразный узор по краям поля банкноты. Имеется внутренняя защитная нить с микротекстом. Все надписи на банкноте на немецком языке. Вторая банкнота Украина, 20 гривен 2016 года выпуска. Памятная банкнота посвящена 160-летию Ивану Франко. На лицевой стороне в центре банкноты портрет Ивана Яковича Франко. Годы жизни 1856-1916. Украинский писатель, поэт, ученый, публицист и деятель революционно-социалистического движения в Королевстве Галиции и Владимирии Австро-Венгерской империи. Большинство произведений было написано на украинском, некоторые также на польском, немецком и русском языках. В 1915 году был выдвинут на получение Нобелевской премии, но преждевременная смерть помешала рассмотрению его кандидатуры. С правой стороны от портрета в нижней части композиция надписи «160 лет со дня рождения», напечатанная цветопеременной краской с 3D-эффектом. Чуть выше название, на заднем фоне вид на украинские Карпаты, по другой информации вид на холмы Львовской области, место рождения писателя. Выше проведена строфа стихотворения «Молитва к земле», «Земля моя, всеплодющая мать». В верхней части банкноты по центру изображение малого герба Украины и официальное название страны Украина. В правой части банкноты защитная ныряющая лента с кинетическим эффектом и с плавающим изображением. Вертикальное обозначение номинала прописью и цифрами, рельефная переходящая печать со скрытым числом 20, в левой части банкнота на белом поле вверху название банка-эмитента, подпись управляющего банка и совмещающееся изображение числа 20, ниже переходящая печать орнамента и рельефная печать в форме треугольника, в нижней части цифровое обозначение номинала. На оборотной стороне банкноты изображение Львовского национального академического театра оперы и балета имени
Соломеи Крушеницкой. Скорее всего, на банкноте изображен архитектурный план переднего фасада Львовского театра по проекту польского архитектора Зигмунта Горголевского, который самостоятельно руководил всем строительством, используя формы Ренессанса и барокко. Строительство здания началось в июне 1897 года и длилось почти три года. Торжественное открытие Большого городского театра проходило 4 октября 1900 года. На заднем фоне изображение фигуры аллегории славы с крыльями и держащей над головой пальмовую ветвь, венчающую фронтон на фасаде театра, а также орнаментальный рисунок круглой формы, в верхней части банкноты обозначение номинала прописью, в левом краю вертикально, в верхнем и нижнем части цифровое обозначение числа 20 и прописью гривен. В нижней части справа дата выпуска 2016 год и цифровое обозначение номинала. В верхнем правом углу совмещающееся изображение числа 20, а также серийный номер банкноты. Размеры банкноты 130 на 69 мм, доминирующие цвета зеленый, светло-зеленый, коричневый и бежевый. Водяной знак, портрет Ивана Франко и число 20. Имеется внутренняя защитная лента с микротекстом, все надписи на банкноте на украинском языке. Третья банкнота Республика Перу, 500 золотых солей, 1974 года выпуска. На лицевой стороне справа портрет Николаса Пиролла, полное имя Хосе Николас Бальтасар Фернандес де Пиролла и Вильена, годы жизни 1839-1913. Перуанский государственный и политический деятель, министр финансов, временный президент Перу с 1879 по 1881 и президент Перу с 1895 по 1899. С левой стороны изображение рабочих строителей, устанавливающие опорные столбы. В центре банкноты герб Республики Перу, в верхней части название банка-эмитента и надпись «Вексель» на предъявителя. Ниже герба обозначение номинала прописью и надпись в соответствии с его внутренним законом. Цифровое обозначение номинала во всех четырех сторон углах банкноты. В левом краю дата выпуска Лима 15 августа 1974 года. В нижней части подписи управляющих банка, а также серийный номер банкноты. Общий фон рисунка банкноты, гелиширная розетка по центру и артефакты империи инков. На оборотной стороне банкноты по центру здание Национального монетного двора столицы Перу, города Лима, построено в 1565 году при короле Испании Филиппе II. В верхней части банкноты название банка-эмитента, в нижней части номинал банкноты прописью и цифровое обозначение во всех четырех сторон углах банкноты. Общий фон рисунка – артефакты империи инков. Размеры банкноты 155 на 66 мм, доминирующие цвета коричневый, розовый и оливковый. Водяной знак отсутствует. Имеется внутренняя защитная нить. Все надписи на банкноте на испанском языке. На этом я закончу сегодняшний обзор. Всем хорошего. До скорых встреч. Всем пока.